Привет, ребята! Вы на нашем канале Кубай Дизайн. И хотя сейчас июль, жара, середина лета, период отпусков, мы работаем все равно, потому что есть заказы, которые их нужно выполнить. И вот этот очередной комплект 6х6, который скоро поплывет на американский континент. Сейчас мы покажем, что в этот комплект входит и чем он отличается от других. Идут окна, задняя защита, тоже идет с нержавейки, потому что может быть еще крашеная в черный цвет. Арки полностью карбоновые, потому что у нас несколько видов есть. Есть полностью карбоновые, есть с элементом из стекловолокна и есть полностью стекловолоконные. Дальше идут юбка нижняя в стиле Brabus с оригинальными ледами. Это уплотнитель на окна. Новые сайлентблоки идут к раме. Дальше молдинги карбоновые. Этот клиент хочет, чтобы был полноценный 6х6. И мы сделали, это наша раздатка. И вот это все карданы, как мы это все подключаем, третий мост. Здесь мы используем широкоугольные крестовины, потому что мало ли где эта машина будет ездить. Мы делали с запасом, с большим углом, чтобы ее не сломало в любом случае. И каждый такой комплект мы тестируем на нашей машине, оттестируем. Если все, нету никаких вибраций, то есть все четко, классно, тогда уже мы отправляем клиенту. Дальше вот это третий мост. Мост 5-литровый, потому что машину будут строить 2017 год, 5-литровая, не АМГ-шная машина, бензиновая. Мы сразу на раздатку поставили крепление, и к ним еще идут болты, полностью все идет в комплекте, чтобы сразу можно было поставить на штатную раму, ничего не нужно было там сверлить, варить и так далее. Так, как эта вся система работает? Вот эта часть подключаем к оригинальной раздатке. Этот маленький карданчик, одну сторону. Эту крестовину подключаем к нашей раздатке. Вот так оно становится. И дальше вот она так крутится. Это идут крепления сразу на раму. Дальше. Одна часть выходит, этот кардан выходит на средний мост. Мы специально используем широкоугольные крестовины, потому что мало ли как и где эти машины будут ездить, мы взяли с запасом. Дальше через подвесной подшипник и такую переходную плиту мы ставим еще один кардан. Здесь тоже широкоугольные крестовины уже подключаются к третьему мосту. Оно все сделано на высокоточном оборудовании, чтобы не было никаких биений и никаких проблем и шумов при езде. Также в комплекте мы всегда отправляем две клюшки, ну как их в народе называют. Это крепление третьего моста, потому что когда клиент строит 6х6, этих вещей в любом случае нет. Раму мы сразу прикручиваем на стапель. Для чего? Как минимум для того, чтобы меньше занимало место в контейнере. Этот клиент заказал стапель для чего? Ну, чтобы было легче машину как бы сделать уже на месте, чтобы не нужно было там изобретать велосипед, чтобы только вот поставил. Эта рама прикручена, берешь свою машину, отрезаешь, мы скидываем видео, как оно должно быть отрезано. Ну, здесь больше нужно отрезать, здесь запас. Эта труба приварена здесь, чтобы не повело раму, ее потом не нужно в комплекте. То есть этот стапель подходит только под 6х6, больше ни под какие машины он не подходит. Его можно у нас отдельно заказать или можно сразу вот с рамой, и, например, вот она сразу вот так приходит, мы вот прямо так грузим в контейнер, и тогда вообще нету проблем. Чем отличается этот кузов? Клиент заказал раздельный кузов, то есть у нас две опции, или кузов раздельный, как вот этот, или цельный. Дуга на этой машине с нержавейки, дерево такое темное клиент заказал, коричневое,
Также в комплекте идет козырек, этот карбоновый, но также может быть и стекловолоконный. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. Вот как раз сейчас происходит погрузка контейнера. Все эти запчасти, чтобы построить 6x6, в принципе, вмещается в контейнер 20-ку. Там потом мы покажем, как это все делается. Потому что грузим сначала стапель, потом между стапелем ложим раму и наверх ставим кузов, чтобы более-менее было компактно. Ну и, соответственно, чтобы не заказывать контейнер 40-ку. 40-ка намного дороже в нынешних реалиях, потому что сейчас доставка с нового года, сейчас лето, подорожала в 5, в 6, в 7 раз. Соответственно, в любом случае лучше грузить контейнер 20-ку, это намного выгоднее и дешевле для клиента. Что мы сейчас и делаем. Ну вот, погрузили кузов в контейнер, как это все выглядит. Сразу здесь видно. Будем кузов еще цеплять сейчас стяжками, чтобы его не болтало по сторонам, потому что плыть ему долго и далеко. Кузов прикрутили к стапелю, а уже здесь по бокам будем ложить все запчасти, там стекла, мосты, раздатки и куча разных там деталей. Каждый раз разные запчасти, потому что все зависит, что клиент заказывает. Но главное хорошо его здесь прицепить. Вот есть эти технологические места, вот такие, стяжками, чтобы его не болтало. Потому что если его будет болтать, он будет весь побитый со всех сторон. Если у вас будет желание построить 6x6, обращайтесь в нашу компанию Кубай Дизайн. Мы всегда рады вам помочь. И ждите наших новых видео. До новых встреч!